Большой шлем Тбилиси 2023 успешно стартовал. И сейчас на ваших экранах обзор первого дня соревнований. И сегодня мы посмотрим на Турана Байрамова. Азербайджанский дзюдоист, один из троицы Хусейнов, Агаев и Байрамов. Очень взрывной дзюдоист, бросковый, как вы можете видеть, первый раунд против дзюдоиста из Туркменистана очень в своем стиле, можно сказать, завершает. Мощная обратная спина со стойки. Сегодня этот дзюдоист по-настоящему зажег, уверенно прошел он во второй раунд, где его ждал в синем кимоно дзюдоист из Узбекистана, Рузиев. И я, конечно, не ожидал, удивил этот 20-летний азербайджанец, хорошую борьбу показал. Очень взвешенную, качественную. И я говорю, опции выбора у Азербайджана в этом весе хорошие. Три человека есть, как я ранее упоминал, это Хусейнов, Байрамов и Агаев. Сегодня молодой оправдал надежды своей сборной, стал чемпионом, показал хорошую борьбу. Как вы можете видеть, очень активно он борется. И вторая схватка была интересная, узбек тоже хорошо боролся. В этом эпизоде спортсмены Узбекистана зарабатывают в азаре, но вот она вся драматичность этой встречи. Остается 10 секунд до конца. Заходит на бросок именно дзюдоист в синем кимоно. И буквально за 5 секунд до конца встречи Байрамов контрит своего оппонента из Узбекистана на япон. Всего за 5 секунд. И теряет победу. Теряет преимущество узбекистанский дзюдоист. И покидает турнир без шанса на медаль. А вот в четвертьфинале Байрамов боролся против украинца Артема Лысюка, который впоследствии стал третьим, выиграв утешительную встречу у чемпиона мира Лухома Чхвимиани и в матче за бронзу у Дилишота Халматова из Украины. Заходит на свой излюбленный бросок Лысюк, и Байрамов был к этому более чем готов и сконтрил его на япон. В полуфинале Байрамов боролся против Силхана Каната, дзюдоиста из Казахстана в синем кимоно. Прекрасный день для казаха сегодня начинался, победил он во многих схватках, в которых, казалось бы, он был андердогом, да и в принципе, сегодня его все считали андердогом. А вернее сказать, не рассматривали в качестве фаворита, ну и я в том числе. Но этот дзюдоист из Казахстана показал хорошую борьбу, но в схватке за бронзу он уступил Магжану Шамшадину. И Магжан стал третьим, а Сирхан пятым. И в этом эпизоде Туран Байрамов очень быстро, после того, как забрал захват, сразу идет вперед, пытается бросить. И вот таким вот ипоном побеждает в полуфинале и выходит в финальную встречу против Георгия Сардалашвили, 19-летнего грузинского молодого дарования. И эта схватка по-настоящему была, как настоящий ураган. Схлестнулись два похожих по стилю дзюдоиста, что один бросковый очень любитель бросать через спины, что другой, но до этого Байрамов побеждал Сардалашвили, и в этот раз тоже на те же грабли Георгий наступает, и вот в этом эпизоде грузин летит на своего оппонента и проигрывает одно в азаре, через спину бросил его Байрамов, и в этом моменте уже грузин снова летит вперед на своего соперника и напором выбарывает. В азаре сравнивает счет. Заходит на бросок через спину Байрамов и зарабатывает в азаре. И в своем стиле выигрывает эту золотую медаль. Посмотрите, смотрели этот момент на предмет Хансоку Макиза нырок, но без нырка судьи отсудили достойно этот финал. Ну а Байрамов выиграл золото, мы его с этим поздравляем.